Сергей Анатольевич, скажите, вы довольны игрой своих подопечных? Очень доволен. Ребята сыграли от души. В том плане у нас начало получилось неудачно. Пропустили на первых минутах гол. Но все собрались, проявили самоотверженность в игре. Честно говоря, я всеми доволен. Хоть и сделали мы все замены, но дали ребятам ощутить вкус победы, чтобы каждый почувствовал, что он частичка всего коллектива, команды. Мы можем не только, как бы сказать, менять игроков, мы каждому даем шанс проявить свои лучшие качества на поле. Независимо, основной игрок, запасной. Вы можете сегодня выделить кого-то из игроков и сказать, что он был лучше других? Я вообще не сторонник выделять кого-то индивидуально. Всегда я выделяю команду. Выиграла команда, проиграла команда. Все, как бы сказать, все усилия по сегодняшней победе, это всех полностью наших игроков. Основных, запасных, которые вышли и усилили коллектив во время второго тайма, когда у нас уже счет уже дорос до 5-1. У вас есть какая-то собственная тренерская методика, по которой вы работаете с ребятами? Методика одна. Должен быть дружный коллектив. Только через дружный коллектив, сплоченный, приходят победы. Вот и все. Самое главное, вот это главное. Ну, вот. Выигрывает опять-таки команда. Не чисто вот индивидуальный игрок, нападающий, полузащитник. Вратарь не сможет команду тащить на себе. Только команда вся, все 11 человек и плюс запасные. Спасибо большое.